А в Бресте устроили праздник для одаренных детей. На новогоднюю елку пригласили лучших учеников школы области, победителей олимпиад, спортивных соревнований, а также творческих конкурсов. Всего 280 гостей. Для них показали интерактивное представление о приключениях Деда Мороза. С наступающими праздниками школьников поздравил глава области. В бюджете 2016 года предусмотрено 74%. Это средства бюджета будут направлены на социальную сферу. Образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура, социальная защита. Планируем в следующем году завершить реабилитационный центр «Тонус», который у нас есть для детей с ограниченными возможностями. Кроме этого, инфекционный корпус областной больницы, в том числе там детское отделение. Благотворительная акция «Наши дети» не закончится с наступлением Нового года. Только в Брестской области в ней примут участие более 30 тысяч ребят.